Привет, дорогие друзья, и это видео про моих муравьев. Вот мои муравьи и Лазиус Флаус. Они вообще сейчас, им нравится курица, и вот, как вы видите, они едят курицу, вот эту. И еще важно, чтобы курица была отварена без разных специй, и печенка тоже. И еще я вам в этом видео расскажу про касты лазиусов и про размеры и про этап развития. Ну вот, слушайте. Первый этап развития – это яйцо. Но его, когда матка только отложила, оно иногда называется расплод, но все там называется… Все, что матка сносит, это называется расплод. И даже что повзрослело уже, это тоже расплодом называют. И муравьи заселяют в большую часть камер с увлажнением расплод. И вот еще потом идет личинка. Личинка, ее муравьи кормят, и потом личинка, когда она наелась, она уже потом плетет кокон, и в коконе развивается уже муравей, и потом из кокона уже муравей настоящий вылупляется, но он не совсем рыжий, но уже коричнево-черный, или чернобурый. И вот потом муравей живет. И теперь про касты вам еще расскажу. Например, у муравьев вида Campanotus vagus у них размер где-то 13-16 сантиметров у рабочих. И, например, у Harpygnatus vinatorus у них размер бывает почти 13 миллиметров. И это большой размер. И вот, например, харпигнатусы, это муравьи-хищники, и они охотятся, даже если у них маленькая колония. Ну вот, и теперь про Лазиус Нигер. Там у них размер где-то 3-4 миллиметра, и… Вот, например, у моих муравьев у них размер где-то 1-2 миллиметра, потому что вот у них такой размер, потому что это первое поколение у них, и поэтому муравьи маленькие. И вот весной я во время лета поймаю одну матку лазиусов и буду за ней ухаживать. Ну, пока.